цвета, чувство композиции, чувство внутреннего, очень жестко присутствующего и при этом необычайно богатого нюансами ритма. И дальнейшее ее развитие шло в сторону не только усиления внутренней динамики композиционного решения в каждой работе, но в сторону именно преодоления как бы статики, преодоления двухмерности, преодоления как бы предписанного самим законом вида искусства живописи, вот такого как бы самоограничения. Столпотворение месиво из тоже людей, чувств, каких-то эмоций. Вот, все куда-то бегут, спешат, такая несуразица. Вот, и, собственно, картонка, она так подчеркивает эту мозаику. Эта часть называется разрушение. Разрушение, то есть люди падающие. Здесь, собственно, все те страсти, из-за которых происходит в жизни борьба, борьба за выживание, борьба за место под солнцем. Полиптих, строители, имеется в виду созидание. Созидание, то есть какие-то положительные чувства и эмоции, которые, которыми тоже насыщена, в общем-то, среда нашего обитания. Человек несущий тяжесть. Понятна ассоциация с несущим крест, но она не совсем буквальная, потому что современный человек, каждый, несет свою тяжесть. Делала людей, несущих город, что это люди, несущие свои переживания, свои страсти, свои страхи, всю нагрузку, к
которая, собственно, формирует какое-то понятие жизни. А жизнь – это город. То есть город, наполненный вот этими всеми чувствами, которые исходят из людей, их страсти, их переживания. И они вот этим как бы поднимают над собой этот самый город. Thank you.